Вы смотрите канал «Улица Москвы». Ну и коли уж мы побывали в Сколково, то сейчас, наверное, есть смысл зайти и посмотреть, что у нас с другой стороны вот железнодорожной платформы, станции Московского центрального диаметра. Ну а здесь вот у нас поселок Трехгорка, включенный сейчас в состав Одинцова. И вот эта улица так и называется — улица Трехгорская или Трехгорная. Да, улица Трехгорная. И если двигаться прямо, можно попасть к окрестностям старой железнодорожной платформы Трехгорка, которая ныне не существует. А здесь вот улица Лесная, поселок Трехгорка, но это отгороженный от общего доступа улицы. Возможно, там дальше есть проход через лес к микрорайонам Новой Трехгорки, окрестностям улицы Кутузовская в Новой Трехгорке. Ну а лесной массив, который как раз вот разделяет станцию Сколково и Новую Трехгорку, это Подушкинский лес. Ну вот взглянем еще в обратную сторону. Вот наш Орбион с вами. И проход. Проход к инновационному центру. Так, ну а мы пойдем в направлении бывшей снесенной железнодорожной платформы. Ну вот чуть прошли дальше. Вот уже насколько. Ну здесь, да, метров, наверное, 500 будет до ближайших жилых домов от станции. Ну, я имею в виду высотных домов, естественно. Ну, здесь вот располагается также ТЦ Трехгорка. А мы двигаемся дальше. Вот, кстати, можно здесь посмотреть схематически. Название еще платформы старый, инновационный центр. Ну там в скобочках, я или не в скобочках, я видел на указателях на платформе три слова: инновационный центр Сколково в первые месяцы работы данной платформы. Ну действительно, инновационный центр — название слишком длинное, поэтому переименование в принципе нормальное. В отличие от многих других переименований, которые сейчас происходят в последнее время. Так, ну тут еще один у нас ТЦ встречает. И двигаемся дальше тоже. Ну, проходим дальше. Указатель — микрорайон Кутузовский, улица Чистяковой. Ну вот эти дома обычно называют старой Трехгоркой, кто там живет, вот я слышал. А новое, вот то, что за лесом, возможно, так и есть на самом деле. 100% сказать не могу. Так, ну и сейчас посмотрим. Вот здесь железнодорожная линия, что мы увидим. Здесь вот была старая платформа, но сейчас вот все загородили. Поставили вот эти плиты, краны там. Так, вот здесь проходят улицы Колхозная и улица Чистяковая. Улица Чистяковая несколько правее. Вот видно большой жилой комплекс Сколковский здесь на повороте. Так.
такое пустое пространство. Так, ну что, будем тогда этот выпуск заканчивать, а в следующих прогуляемся вот среди жилого микрорайона.